Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство 50-х-60-х годов прошлого столетия. Все работы из собственных фондов. В Тверской областной картинной галерее открылась выставка «Оттепель». Именно в этот период в стране происходят большие перемены, в том числе и в культурной жизни. Воплощение своих замыслов у творцов появилась некая доля свободы, что, собственно, и привело, как отмечают искусствоведы, к созданию уникальных произведений. Для этого времени как бы очень характерным было то, что в искусстве, в частности в изобразительном, художник уходит от определенного пафоса прежних лет, героизации вот каких-то явлений жизни, и приходит к более такому камерному миру человека, когда можно показать его частную жизнь. До определенного времени интерес к периоду 50-х-60-х годов в изобразительном искусстве был у зрителя незначительный. Тем самым и подобных выставок ранее не проводилось. Но в последние годы живопись тех годов приковывает к себе все большее внимание. Всего на выставке представлено около 150 работ. В живописи, к примеру, преобладающей темой являются интерьеры, портреты, живые тематические сцены. Немалое место отведено в экспозиции декоративно-прикладному искусству, художественному стеклу и керамике. Ярко представлено декоративно-прикладное искусство, которое как бы меняет в это время, в начале 60-х годов, свой стиль, вещи становятся более лаконичными, как бы более современными, что диктует и архитектура, и интерьер того времени. Искусство того периода в настоящий момент является классикой российского и европейского культурного наследия. Выставка, как уверяют ее организаторы, будет интересна и тем, кто постарше, и молодому поколению, представители которого могут открыть здесь для себя что-то новое и соприкоснуться с недалеким прошлым своей страны. Посетители окунутся в эпоху шестидесятников и ощутят легкую ностальгию по ушедшему, но все еще такому близкому времени. Здесь можно увидеть какие-то вещи, в частности в прикладном искусстве, которые могут напомнить зрителям об их жизни, об их детстве, об их юности. Ну и вообще такая вот общая атмосфера живописи, графики прикладного, которая здесь показана, она просто переносит в те годы. Елена Михайлова, Илья Чечин, РЕН-ТВ, Пилот.